Привет всем! Сегодня распакуем очередную старую коллекцию киндеров. И снова у нас 2011 года коллекция. Коллекция собаки большого города. И одна из моих, наверное, любимых самых коллекций. Помню, коробка киндеров у меня была. Да, в России они тоже выходили. И очень мне нравилось. Хотелось все собрать. До сих пор у меня лежат все эти собачки. И некоторых не хватает. Ну вот у нас тоже обзор был когда на каталог. Да, сколько стоят коллекционные игрушки. Там вот, некоторые очень дорогие оказались игрушками в итоге, да, вариантными. Ну, давайте посмотрим. Две игрушки у нас гарантированно. Ну, сейчас по вкладышу скажу, каких у меня в итоге собак не хватает. А, ну, тут у нас есть такой классный, да, разворот снова, где все они представлены. Да, 10 игрушек коллекции. И не было у меня пуделя. Вот это было точно. Еще напомнил мне из друзей, да, на актрису, которая играла там, да, в одну из главных ролей. Это собачка. Потом не было у нас Вильма у меня. Полицейский был. Маленькая тоже была. И вот этого тоже диджея не было. А все остальные нет. И не было вот, который нюхает. Да, получается, 4 игрушек у меня не было. Ну, давайте посмотрим. Может быть, кто-то сегодня из них попадется. Вообще, классная была коллекция. Вот, несмотря на то, что большинство коллекций 11 года прозевал я, эта коллекция как-то вот, видите, может быть, она единственная, конечно, которая выходила в России. Надо посмотреть в каталоге. Ну вот, да, была классная коллекция. Жалко, что так и не удалось ее всю собрать. Итак, давайте распакуем первую троицу, посмотрим. Итак, первый киндер-сюрприз. Ну, тут 11-й год, у нас сейчас, ну, просто должна попасться еще какая-нибудь из Натунца, да, который Nature только появился впервые. О, весь развалился киндер. Итак, открываем. Да, вот она, коллекционная игрушка. И класс, как раз у меня ее нет. Ой, этот диджей какой-то оказался достаточно маленький, да, я думал, он больше. Так, ну давайте еще раз посмотрим на вкладыш. Еще вкладыш у меня на русском языке, да, здесь на немецком. Это мой, да, рэп Ривьера, говорит он. Ну, вкладыш один в один, да, я помню этот вкладыш. Да, здесь у нас 10, да, собачьи коллекции. Ну, вот не было у меня этого диджея. Так, давайте посмотрим, как он тут. Нет, никак, просто лежит, да, на своем кресле сидит, вернее, вот такой вот у нас, в наушниках. Ну, какой-то очень маленький, я думал, конечно, будет побольше. Но вот, какой есть, такой есть. Ну, здорово, что попался. Надеюсь, кто-то попадется еще из тех, кого у меня не было. Так, ну давайте посмотрим во втором киндере, кто попадется. Так, открываем. Видите, еще так было запакован, не так, как сейчас, да. Чуть позже, мы уже видели в рождественских календарях, стали запаковывать, чтобы легко стало открываться. Да, ровно посередине фольга была. Итак, открываем, и здесь у нас снова печать, очень классные были эти печати, да, футбольные, Россия снова попадается, да, привет, здесь у нас привет, разные, кто не видел, здесь печати, посвященные футболу, на разных языках привет написан, и можно там ставить печать, да, на белой бумаге. Так, ну давайте соберем, уже частенько нам попадалось. Эта коллекция, ну, конечно, неудивительно, что у нас тут упаковки из 6 киндеров все время последние за 2011 год распаковываем. Так, уже больше 10 лет прошло. Так, Россия. Давайте наклеим. И вот что-то много у нас тут России, конечно, положили. Самое такое, наверное, длинное слово и малоизвестное, да, может, в Европе. Привет. И вот решили всех научить в 2011 году киндер. Итак, ну вот, привет, видите, надо тут, правда, ставить много букв, уже видели мы, когда чуть поменьше букв, получше ставится, но, видите, надо не сильно, не слабо давить, тогда хорошо получается. Да, ну вообще идея классная, прям можно каждый год выпускать, каждые 2 года, да, когда футбол идет. Итак, последний киндер, здесь у нас Nature прям должна попасться, чувствую, все время у нас нападалось, либо какая-нибудь безделушка, вроде волчка, да. Ох, что-то я не зацепишь, это фольгу никак, да, видите, как раньше заворачивали. Итак, открываем. Снова печать. Нет, неужели снова Россия? Ну, вот видите, еще тогда киндер. Нет, Польша. Я и думаю, что тут как будто бы оттенок чуть другой. Так, ну вот видите, печати много положили. Мы так всю коллекцию когда-нибудь соберем. Да, по-польски это Сец. Сец, да? Чешется. Нет, здесь у нас немецкая версия. Привет. Сали. Цесц. Цесц, наверное, да. В общем, давайте наклеим, посмотрим, как получится вторая печать. Да, ну вот часто у нас в упаковках из 6 в итоге попадается печать. Ну и Nature у нас обычно попадалась. Хоть какая-нибудь одна.
Так, давайте посмотрим, будет ли этот выпуск исключением или... Или тоже нам попадется. Итак. Так, давайте где-нибудь поставим ее на белом листке. О, так, ну, например, на этом листке. Да, тут, смотрите, видите, тоже уже хотя много букв, и надо так вот как-то, да, не сильно, не слабо давить, но вообще идея, конечно, классная. Киндера, да, написать слово, сделать печать. Привет, например, такая вот футбольная коллекция. Итак, посмотрим, кто у нас во второй троице киндеров попадется. Так, открываем. И здесь у нас... Так, здесь у нас снова три киндера. Итак, смотрим. Так, какая будет еще коллекционная игрушка. Так вот, с сериями роликов такими и дособираем всю коллекцию. Так, снова попрыгунчик. Точно, попрыгунчика у нас не было. Но такого, кстати, монстрика попрыгунчика у нас, по-моему, не попадалось. Еще, да, у нас прям тоже вся коллекция в итоге собирается постепенно 2011 года. И несмотря на то, что их очень много, видите, в коллекции 7 уже, так глядишь, у нас и синий был уже, и оранжевый. Так, глядишь, скоро мы всю коллекцию и соберем. Итак, следующий киндер распаковываем. Так, распаковываем следующий киндер. И здесь у нас, может быть, будет наша собачка или нет, или да, или нет. А, нет, Nature. О, класс. Вот, кстати, да, Natoons, первая версия Natoons. Здорово, что попадается. Все ближе мы к тому, чтобы всю коллекцию собрать. Нет, какая-то другая коллекция. А, нет. А, это у нас большой вкладыш, да, Nature. Тоже у нас такой был. Видите, тут все три коллекции показаны. И те, которые надуваются. И вот это у нас жираф когда-то попадался. Очень плохо он там работал. Нельзя его было собрать. И вот основная коллекция, которая, конечно, классная самая. А, так, давайте соберем. Что это у нас? Может, как печать? Нет, потому что он, да, потому что у него как такой бархатный элемент. Поэтому его в пакетик положили. Да, ну вообще очень классная закладка, смотрите, да, видите, такой мягкий такой живот. Классные были Natoons, здорово было все коллекции собрать их. Так, ну давайте последний, посмотрим, какая у нас собачка в итоге попадется. Хотелось бы, конечно, которой у меня еще нет, чтобы попалась. И... Да, такой у меня нет тоже, вау, класс. Ну что ж, здорово, две коллекционных игрушки. И надо посмотреть, двух у меня получается еще не хватает, чтобы всю коллекцию брать, надо будет поискать. О, вообще классная коллекция, да, вот здорово, повезло. А, да, еще одна собачка попадается, очень мне нравилась, да, эта коллекция. Наверное, это была последняя коллекция, которая у меня такая была, когда коробку прям покупали, собирали. О, да, так активного такого сбора. Ну что ж, да, двух у меня не было пуделя, и вот этого, который такой есть важный. Да, всех остальных я помню. Ну что ж, таким был обзор на старую упаковку киндеров, да, немецких, собаки с большого города. Очень классная коллекция, да, две собачки попалось, как и обещали. Ну, конечно, там здорово было бы ее тоже всю собрать. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, и всем спасибо, пока-пока.